Спасибо, что вы со мной. Сегодня мы будем печь шоколадные кексы. Вот в такой формочке. Из расчета на одну порцию мы возьмем 3 яйца, стакан кефира, стакан сахара, изюма, 1 упаковка, 100 грамм масла сливочного, какао, 2 ложки столовых, ванильный сахар, обязательно разрыхлитель для теста, ванильку, ванильный сахар. И так как у нас кекс шоколадно-фруктовый, мы возьмем вишню, предварительно ее очистили от косточки. Сюда можно добавить любые фрукты, какие у вас есть. У нас сегодня вишня. И, конечно же, мука. Мы сейчас взобьем яйца с сахаром и потихоньку начнем добавлять все ингредиенты. Яйца мы добавляем. Хорошенечко взбиваем миксером до пышной массы. Начинаем добавлять муку и какао. Муку мы просеяли. На одну порцию у нас идет 300 грамм муки.
сделаем с лишними. Вишня, вторая у нас будет с изюмом. Вот мы его промыли, стали кипяточком и добавляем в наше тесто. Освобождаем наши кексы. Сахарной пудрой вот такие кексы с изюмом и с вишней у нас получились. Приятного всем аппетита!